Приветствую всех на канале Foxtail, с вами Катерина, это Gas Station Simulator, и я продолжаю проходить заправочный бизнес, постигать его азы. Я немножечко тут навела шороху без тебя, покрасила заправку нашу, покрасила тот красивый амбарчик, а внутри купила ящик для мороженки, все было хорошо. Люди ходят, люди довольны. Мы немножечко подняли уровень популярности. Троечка у нас уже, представляешь? Сейчас наша с тобой цель какая? Открыть мастерскую. Купить мастерскую с главной вкладки ПК. У нас есть задание. Мы с тобой это должны сделать, но чтобы это сделать, нам надо накопить 300 баксов. А пока у нас всего 262. Поэтому сегодня мы с тобой активно работаем. Так сказать, быстренько с тобой ручки в ножки и вперед. Вот, и потом, как только подкупим хотя бы баксов 400, ну, чтобы маленький такой этот, кубышечка была на черный день небольшая, мы с тобой сразу же откроем заправку. Пока люди ездят, люди довольны, люди радуются. Теперь мне они говорят, лайк, над головой появляется, если они чем-то довольны. Если я где-то косячу, а этого не бывает вообще ни разу, что? Все, что все негативные отзывы в интернете про нашу заправочку — вранье. Наглое вранье конкурентов. Наша заправка самая лучшая, самая красивая, самая чистая. Можно ли покрасить пол? Нельзя. Так что? А где все? Я только хвасталась. Сколько народу ко мне приезжает? Все разъехались. Ладненько. Давай я тебе покажу кое-что. Смотри, у меня рыбы тут есть. Рыбы. Это что это за полосочка такая? Иди сюда. Вот. Я периодически нахожу на полу рыб. Я не знаю, откуда они берутся. Предполагаю, что это либо мой тайный поклонник, либо это скотина Денис, ребенок недоделанный. Опа, нам ее скидывает. Вот там я хочу открыть рыбный отдел, но вот эту рыбу я оставлю. Знаешь почему? Потому что она похожа на, знаешь, такие, на стену вешают деревяшечку, а на деревяшечке рыбка. И она там поет песенка и головка шевель. Может, в фильмах видел. Я вживую эту не видел. Господи, ты меня напугал. Поэтому пусть та рыбка висит. А этим мне прям надо какой-нибудь стеллажик найти. Я бы аквариум купила. Жалко карасей, лещей. Они же не виноваты. Вот эта популярность у нас с тобой быстро выросла. 4-й уровень. Супер. Вроде ничего такого не делал. А, ну туалет еще открыл. Ну, это мелочь. Мелочи жизни. Туалет, мелочи жизни. Согласись, тут кустов полно. Пока тихо, пошли, я тебе покажу туалет, как у меня красивый. Красивый туалет, вот. Ты до туалета донеслась, разбрасываешь. Было красивше, поверь мне, я не виновата. Люди засранцы. Я, значит... Сейчас. Ты что там... Ты гороха меньше ешь, ну ты же девочка, ну не при людях же, ну в самом-то деле. Капец. Смотри, какие у меня стены. Здесь красный, а это в светлое будущее заход. Но я не могу туда зайти, показать тебе унитазики. Ну, унитазики клевые. Новые. Ногами не вставать, поняла? Позу орла не принимать. Вот, 1,5 бакса. Она сходит там вот это вот. Найс, видишь, говорит? Найс, отлично. Тихая девочка. О, не могу зайти. Ну, ты увидел все. Тихая девочка, молодец. Адресу не ушла. Так вот, с каждого клиента мне идет $1,5. Что тоже отлично. Еще мы с тобой продолжаем отыгрывать роль кассира. Мне это прям отлично получается. Думаю, может, мне это свой бизнес в реале открыть? Я смотри, как четко провожу сканер, штрих-код. Опа. Даже отмены, даже Галину на отмену не зову, представляешь? И мне дают целых почти 2 бакса чаевых. О, чаевых. Пират. Пират, рыба нужна? По дешевке отдам, рыба нужна? Он говорит, ты дурочка, что ли? Я сам тебе ее привезу, сколько хочешь. Ты мне только скажи. Она надоела в мой дракар запрыгивать. Парус весь порвала. Печаль, беда. Найс, спасибо. Добрые люди. У меня здесь мои клиенты постоянно. Я их уже узнаю. Они прям добреши. Реально добреши, хорошие, суперские, добренькие люди. У нас уже 369 баксов. Это значит что? Это значит, отними 400, и мы почти с тобой... Открыли заправку. Снеки я пополняю. На складе у меня что-то даже где-то есть. А вот здесь у меня что-то есть. Товаров больше нет. А вот здесь у меня есть... Да почему ты берешься? Лежи так.
Нет, взять. У меня, короче, надо вот распродать. У меня еще есть мороженка. Оно все не поместилось. Я много мороженки накупила. А ящик для мороженки маленький. Я боюсь, что все мороженка растает. Представляешь, мужчина, купите мороженку. Тебе явно мороженку нужна. Ты вон какой жаркий юноша. Тап, чтобы открыть инструменты. Зачем? Я и так знаю. Давай возьмем мастерскую. О, 300 баксов. Ну ладно. Та-та-та! Вот, вот, движуха, движуха пошла. Тут бегу, как дурочка, только клиентов обслуживаю. То одного, то второго, то третьего. Никакой этой. Никакой отдачи разнообразия. Сейчас, подожди, заправим. Пойдем смотреть мастерскую нашу. Классно. Потихонечку у нас все возрастает. Потихонечку у нас с тобой расширяется. Мужчина, а вы откуда узнали про нашу заправку? Говорит, ваша заправка известна на много-много миль. Говорят, здесь самый качественный бензин и самая красивая заправщица, кассирша, уборщица, туалетница, а теперь, говорит, даже на монтажница. Это про нас. Кактус нахрен надо это убрать. Я упаду. Я спотнусь, буду здесь перебортировку машин делать. Спотнусь и жопы прям. Ай! Больно! Зачем нам это? Ой, мастерская. Дождитесь, пока клиент покинет автомобиль. Начните, нажмите кнопку на подъемнике. Кнопку на подъемнике, чтобы начать ремонт. Угу. Используйте свои навыки, чтобы увидеть, какие области требуют вашего внимания. Прежде чем приступить к ремонту, убедитесь, что у вас достаточно запчастей и нужные инструменты в руках. Пополнение запасов автозапчастей происходит точно так же, как запас новых товаров. Окей. Спасибо. Можно покрасить? Сратенько выглядит. А почему я? Уровень 3 АЗС, а у меня не разблокировано. А, это популярность уровень 4. Так, ну давай решать, какой цвет у нас здесь будет. Ну это заправка. Вроде не хочется, чтобы... Заправка, господи. Мастерская. Вроде и белый не хочется, и в то же время не хочется, чтобы сильно пачкало стену вот это вот все добро. Ну, давай посмотрим здесь, как будет. Вот этот цвет. Кофейный. Кофе с молоком, да? Топленое молоко. Ой, топленое молоко. Такое вкусное, да? Любишь? Раньше в детстве на рынок идешь с мамкой, она тебе потом стаканчик этого топленого молока купит, и там сидишь, ешь... Ой, вкуснятина. Или домой баночку. Что-то так захотелось. А сейчас что-то не могу найти нигде. Ой, здорово. Я тут про еду. А ты мне про не еду. Клиенту гаража. А. Так, ждите клиента. Подсказка имеется. Множество мини-игр. Потратьте время, чтобы познакомиться со всеми ними. Да подожди. А, кнопку нажать. Ой. Я это забыла немножко. Я же ремонтница еще та от бога. Слышь, баба, ты уж не обессудь, если вдруг что не так. Зеркала поменять. Колесо вижу. И что у тебя? Мятина, что ли? Ладно. Чтобы начать ремонт, нужно колесо, чтобы начать ремонт. А где колеса? А вот колеса. Отойди, женщина. Я тут первый раз работаю. Ты уж это... Так, а что делать? Вот это инструменты. Так, сняли. Это поставили. Ух ты! Классно! Два клиента у кассы. Ждите, я вернусь сейчас. Быстро, 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 быстро. Вот это у меня многозадачность. Извините, пожалуйста. Какая у тебя футболка классная с этим... С павлином. Вот так, если полочку протираешь, товарчики быстрее. А моя упала, она упала. Блин, она упала. Это не моя вина. Поднимитесь, пожалуйста. Ну что тебе, тяжело наклониться? Ноги вон какие худые. Явно приседания любишь. Да пошла ты в баню, слышь? Если бы вот не очередь, я бы ей сейчас это лещом бы кинула. В леща отдала. В ее лещиное лицо. Дайте столько жрать, а? Ну тут подумай, ты побереги свое здоровье. Ну здесь одни сухофрукты, полуфабрикаты. Ты ж кони двинешь. Кто у меня покупать потом будет сигареты? Сигареты, кстати, купил? Купи.
меня новый американский табак вставляет на основе конопли. 30 баксов набрал. Почти 3 бакса чивых. Я тебя люблю, я тебя запомню. Любитель оружия, Марк. Ох-хо-хо-хо-хо. Смотри, денежки чопа-чопа. И тебе thank you. Я пошла, мне там баба ждет, орет уже. Говорит, ты быстрее, пожалуйста, мою машину ремонтируйте. В конце концов, за что я плачу такие деньги? Ты не поврежденное колесо? Это супер-пупер новое колесо. Зеркала. Дела. Как меняем? Так. Это я помню, это поубирать надо. Ой, девушка, красавица. Зеркало красивое, замечательно. А что надо, это шприц или что? Вот, что у нее? А, ну шприц берем. Будешь смотреться, будешь говорить, свет мой, зеркальце, скажи. Все морщины убери. Я ли на свете всех красотка? Да, ты очень неплоха. А я помню ее. Это у меня баба классная. Она мне оставляет неплохие чаевые. Один раз она мне стоила $3. 3 бакса чаевых. Я там ее расцеловать, в ее красные кеды готова была. Вот змея тут ползает. Я думаю, как она бесполезно ползает. Может, мы бы ее тряпочкой микрофиброй бы обмотали, она бы хоть полы бы нам. Есть же этот робот-пылесос. У меня змея-пылесос был бы. Нет, змея! Хрюша, Таруша, Дудушу. Душу твою, а? Сел? Блин, там он сядет. У меня, кстати, табак закончился, правда? О, вы когда все скурить-то успели? Дай-ка я закажу. Автомобильные запчасти. О, подожди, доставка автозапчастей. Да подожди. Средства, автозеркала. Я поняла, это пока у меня все есть. Мне нужны товары. Людям курить нечего. Вот этот табак неплохо берут. Вот эти американские сигареты тоже неплохо брали. Потом алкоголь давай возьмем. Вот это пивасик. Насколько у меня там уже вышло? На 100 баксов. А, ладно, еще пока терпится. Чего у меня не хватает? Я не помню. Нифига. Давай вот это добавим. И все-таки еще алкоголь. Какой хочешь, да, виски? О, у меня будет продаваться виски. Классно! На 231 бакс. Пусть будет. Ой. Илон Маск с женой? Ну это правда! Вот это правда на Илона Маска походит! Здравствуйте, Илон Маск! Как ваше ничего? Как бродить просторы космоса? У меня тут все нормально, у меня чисто из бензинчика. А нет у меня зарядки для вашего мобиля. Он говорит, дурочка, что ли? Ты посмотри, я бухал в Вегасе полдня. Мне просто пожрать и домой бы добраться, чтобы дальше придумать всякие штуки, чтобы люди мной восхищались. Если ты меня хорошо обслужишь, то я тебе эту сделаю суперзаправку. Каким технологии, охрененные. Слушай, ну ты что-то 2 бакса ты даже не оставил. Даже ровно 2 баксов нет. $16. Нищебродище. Так, подожди, женщина, я тебя заправлю. Я хочу глянуть, на какой машине Илон Маск приехал. На своем Тесле? Куда пошел? Пешком пошел? Здорово, ты как мне нравится. Ты представляешь, как прикольно. Теслу-то подзаправить можно было. Она у тебя всеядная, не ври мне, не ври. Я знаю, она бензин бы сожрала бы. На голодный этот бампер, как говорится, и бензин пойдет. У вас новое письмо клиенту гаража. Когда ты успела сюда прийти? Так, это мы подняли. У меня машина подъезжает. Видишь, подъезжает машина. Я не могу разорваться. Да не бибикай ты мне. Я тут стену даже начала красть. Видишь? Ну еще пока это не совсем закончила. Погнали. Опа-опа-опа-опа, мужик. У меня там много заказ был? Нет, все, уезжай, пошел нафиг, быстро. Давай-давай, он каждый раз он смотрит в эту стену. Ты хочешь что-то нарисовать, сказать, что ты хочешь? Это твое было, забери нафиг. А что, мусорит. Нет бы съел.
съедобные стаканчики спасут планету. Я тебе отвечаю. Просто съедобные стаканчики. Когда ханорики набухались, да, набухались, а им даже закусывать нечем. А тут раз и съедобный стаканчик, съешь и будешь счастлив. А? По-моему, у меня стартап для бизнеса. Это потом мы с тобой уберем. Такими темпами, кто вам, во-первых, шины колет? Но такими темпами мне не хватит этих моих колесечков. Надо будет новые. Новые заказывать. А денежков мало. А я знаю. Слышь, мужик, хочешь скажу, кто твои колеса сломал? Это Денис, пацан такой мелкий, шкоднявый такой, а? Так, зеркало. Ты увидишь его? Дави. Просто дави потихонечку. А то он тут ленту эту расстелил, вот эту ленту, знаешь, такую осколочную. Шипы торчат. Вот. Конечно, можно сказать ему огромное спасибо. Бизнес нас процветает. Вроде все. А что еще? А, еще одно колесо. Прости, не заметила, блин. Как же это... Долго, вот что долго. Полный мусор. Клиенту гаража, клиенту топлива. Ладно, я не могу разорваться. На кассе подождут. На кассе привыкли. Все очередь любят, все очередь ждут. В очереди прикольно ругаться, матом посылать друг друга. И говорят, да у меня, блин, всего лишь один пакет соли против таких чертей, как ты. Вот, найс. Сколько ты мне заплатил? По-моему, до хрена заплатил. Очень выгодно. Очень выгодно держать заправку. Я просто богатею. Не по дням, а по секундам. Так. Козловоз, уезжай быстрей. Вот вы натоптали. А вы что, не могли хотя бы прийти? Да говорит, это не мы. Посмотри, мы чистенькие. Мы ролевики. Я, короче, постаревший Геральт, почерневший от ужаса этого мира. А я этот Барт Лютик побрился, потому что... А чтобы эти бабы не заметили меня, с которыми я куролесил и бросил. Я просто четко работаю. Просто вообще. Фанта, не подводи меня. Да ты щедр. Ты щедр. Иди нафиг. Давай следующего. Вот это вот так вот. И погнали. Конечно, чтобы навести порядок, покрасить мастерскую, это надо... Ну, тоже неплохо. Спасибо за чивы. Надо это... Набрать. Закрыть. Бог ты мой, ты посмотри на это чудо чудесно. Да ты, какие сигареты, ты же спортсмен. Он говорит, да, я спортсмен, бодибилдер. У меня, говорит, свой спортивный зал, приходи, красотка, я тебя качну, подкачаю немного. Ой, ты такой, а ну прям ты такой мужик, ты хороший мужик, давайте. Продам, вернее. Чипсы, ну ё-моё, ну ты же этот, зожник. Ну, в чипсах ничего нет. Он говорит, да нормально. Для связок моих прекрасных бицепсов картофель в сушеном виде самое то. А скитлс для чего? Он говорит, для глазок. Чтоб почаще такую красоту, как ты, наблюдать. О, 2.16 чаевых, мужик. Ай, стой. А ты можешь меня крышануть? Крышани меня, пожалуйста. А то меня менты прессуют. Блин, крыша уходит. Ну, блин, а такого мужика от крыши реально съедет. Так. А что ты? Фу, я с этим мешком, я думаю, куда? Кто шланг спер? Какая балбеска уехала? И шланг, знаешь, как в приколах? Поехала, шланг за ней мотыляется. Клиент у гаража. Ну, клиент, подожди. Уровень топлива низкий, надо заказать. Опа. Ай, Денис! Денис мне нарисовал какие-то опять неподребства. Как мне достал этот малец? Доставка. Подождите. Можно на 200? Модернизируйте склад. Давай хотя бы на 100. Ага. Так. Если девушка, если что, это звоните в колокольчик. Я в соседнем здании. Мне тут надо быстренько. А что у меня репутация, что ли, падает? Или что? Вот смотри, в левом верхнем уголочке, где домичек нарисован. Вот на полное, а это не на полное. Это почему так, а?
Я не знаю, обидно. Угу, колесо и зеркало. Зеркало и колесо. Ты, если что, этим следующим скажи, что у меня колеса заканчиваются. Пусть поаккуратнее ездит. Зеркало-то я, конечно, поменяю. А колеса надо покупать. Как вот это подсветилось, да. Вот это клевая штука, трещотка, да? Или как она называется? Ты раз, раз, снял колесики. Болтики тык-тык-тык, открутил, красота, новые закрутил. Не то, что на гвоздях раньше телеги делались. Отлично. Она много платит. Замечательно. Спасибо большое. Надо с тобой закупиться еще товаром. Ага, погоди. У кассы два человека. Но я уже определенно не справляюсь. Ты посмотри, я даже убраться не могу. Вы ж не обессудьте, что у меня тут так пыльненько. Мент пришел. Ой-ой. Так, подожди, она... мы с тобой доставку разгрузили? Разгрузили, мы с тобой на полке не поскладывали, да? Сейчас все поскладываем, погоди. Ой, здорово, и тебе новый мужичок. Тут постоянно такие разные новые персонажи, кроме вот этого хмыря в очках. Копа, мне он не нравится. Закажите запчасти для авто, чтобы пополнить запас. Это я сделаю. Ты наконец-то первый взял мороженку. Два раза не проведешь, да? Тебя не наколешь. И тебе найс. Слышь, ну давай, подходи. Так. Главное, протерли. Вот мы как на кассе, да? С таким подходишь, такая товар ставишь. Это продавщица такая кассе с умным видом берет тряпочку, протирает, на тебя так смотрит, типа... Вот видите, что мне из-за вас приходится делать. А почему уровень топлива низкий? Я знаю, мне надо это, доставку топлива. Да не пищи ты, ты че... Это был заправщик. Это был заправщик. Ты чё шипишь ты? Подожди. Сейчас мы всем устроим. Это поняла. У Илона Маска брат-близнец заправщик. И пошел вон! Объезжай в другой стране. Ты чё не видишь, что тут заправляют с топливом люди? Пошли нахрен. Себе в дуло посигналь. Иди, говорю, давай отсюда. Ты мне еще кактус мой сломай. Тут кактус мой прадедушка сажал. Опа, быстро. Ха-ха. Вообще обнаглевшие люди бибикают. Бибикают, у меня там топливо заливается. Так. Все норм. Ой, все норм. Фух. Быстренько теперь приберемся. Отыгрываем роль поломойкой. Оп, швабры. Швабры, швабры. Меня в детстве швабры не называли, хотя я вроде была высокая. Меня вообще никак не называли. Видно, мое лицо смотрели и говорили, господи, попробуй ей придумать кличку. Будешь не рада. Да-да-да-да-да-да-да. Давай мусор соберем. А, знаешь, еще что хочу посмотреть? Погоди. Гриндель, ну ты... Куда ты нахрен делся? Ну, куда вот он делся? Я даже не знаю. Я хочу декорации, понимаешь? Понимаешь, хочу каким-то... Почему? Вот. Старый синий бочонок, красная бочка, гроб. Вешалка, часы. У меня есть это... Еще один поставить цветок. Как думаешь? Давай картину какую-нибудь купим. Рога мы купили? Купили. Давай картину купим, вот эту морскую. И болото. Нет, не болот, не хочу покупать, уж извините. Давай все-таки еще цветочек. Я как девочка, я хочу, вот, чтобы красивенько тут было. Говорю, красивенько. А красивенько у нас с тобой будет вот тут вот. А если повернуть ровненько? О, норм. Рыбы, рыбы, я придумала. У меня нету аквариума, нету этого. Я вам картину морскую. Во, зацени рыб, рыбу покупай. А, так, клиенту гаража, клиенту топливо. Ой-ой-ой-ой-ой. Женщина, вам протереть окна. Вы, если не видите, какие у вас грязные, протрите очки, а потом протрите окна. Так, это, говорит, замечательно. Вот это бабки прут дуром. Вот это неожиданчик. Надо точно заказывать. Клиенту кассы.
А, подожди, шиномонтажка сейчас откроется. Ну почему? Ну что это? Что инопланетянин ручки возводит кверху и говорит: господи, какая здесь чудесная заправка. Расскажу, пожалуйста, всей Альфа-Центавре, всему Млечному Пути. Пусть сюда приезжают и заправляются. Ой, вы узнали, насколько вкусно это мороженое? Да, говорит, замечательно. Вы похожи, в курсе? Говорит, да мы близняшки. У нас тут, говорит, это город близнецов. Мамки наши участвовали в суперэксперименте. Хотели детишечек двойных. Двойных бывает же, люди хотят близнецов. Вот. Правительство решило провести эксперимент. И вот все, кто хотел близнецов, приехали в этот город. Так, 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 так. И близнецы родились. А я же вижу. Вот, вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Новое письмо. Давай, снимайся. Мне нравится, классно. Мы с тобой столько бабла. Как поднять бабло? Открыть свою заправку. Заодно и АЗС, и немножко чего-нибудь еще. Зеркало надо тебе поменять? Я возьму. Ту-ту-ру-ту-ту. Это целое. А что надо-то? Не зеркало. Брось. Так, это надо вот эту пасту против царапин. Ты чё? Ты где такие царапины-то нашла? Или как где? А, вот так вот. Говорит, ты представляешь, на кассе увидела медведя. Медведя. Вышла поздороваться, говорю, Потапыч, мед продаешь? А он как, ур-ур, стал говорить. И все. И трындец. Нет, точно зеркало надо. Ты меня с панталыки сбиваешь? Говорит, какой тебе мед? Я, значит, лази в этот улей. Знакомься с этими пчелами, они меня кусают за задницу, а тебе мед просто так? Нет, и как, говорит, начал драть машину. Хорошо, что не меня, я быстренько села и уехала. Все, деньги давай. Она дала мне деньги? 1000 баксов, да ты че, серьезно? Надо прикрыть пока лавочку и шухера тут красивого навести. Все покрасить, закупиться. Да, Грейт, я тебе немножко это... Илон, здорово, мужик! Я видел твоего брата-заправщика. Говорит, это мой брат, он также учился в Оксфорде. Но его ум настолько гениален, что человечество не может его понять. Поэтому он работает на простой работе, приносит пользу людям, а в уме решает сложные тригонометрические задачи. О, еще рыба новая появилась, здорово! Где моя рыба? Где моя рыба? А вот она, моя рыба. Рыба, рыба. О, а если вот так? Ну, или так. Или как-то так. А, мужик, я знаю, у меня очень мало товаров. Сейчас я, подожди, сигареты тебе загружу. Хочешь сигареты? Давай, 10 таких. 10 таких. Ага. Можно еще купить сигареты? Ой, сейчас быстро по жрачке пробежимся при визе. Протираю спиртовым раствором специально и обеззараживаю, чтобы скользило лучше. Так что ты уж не подумай, что тут это воняет алкоголем. Это все специально, все для вашего клиентского утех. Вот. $88. Спасибо, блин. Так. Знаешь, что я сейчас сделаю все-таки? Я закрою ворота. А как их закрыть? Гадя, как закрыть ворота? Говорит, пока у тебя ворота закрыты, это не работает. Покрась, говорит, меня. Я тебя покрашу обязательно. А как? Может, кнопку просто поднять? Нет. Может, имеется в виду, что когда закрыта заправка, тогда и не работает. Ну, это логично, господи, понятно же, что если заправочка закрыта, то и все здесь закрыто. Никого нет, один перекати-поле гуляет. А, ладно, давай быстро. Сейчас заказываем еду. Еду заказываем. А Принглса у нас запоминай нету, Скитлса запоминай нету. Принглс, Скитлс. Вот это есть, ага. Сейчас, быстро. Доставка. Товары. Принглс добавляем. Скитлс добавляем. Вот этого, по-моему, у нас тоже нету.
И вот этого нет. И вот это. И вот это. Насколько я там гуляю? На 336. Ну, давай. Давай, пусть привозит. Нет возможности. Да твою же маму. Вот это уберем. Попкорн уберем. То есть я на 200 рублей могу только купить. А так? 7 рублей. Ну что вы, серьезно? Чикапуки. Ну, давай вот это уберем. Тогда я добавлю напитки. Нет, давай сигареты. Сиги добавим. Вот этот табак добавим. Или вот этот. Во, черная, крутая. Вот так вот. Сформировали. А что не так-то? Склад 95. А он... у меня там есть товары, что ли? Ну-ка, подожди, я же что-то заказывала. Да, блин, я поняла, что вы ждете. Вы меня с панталыку сбили. Сигареты-то я расставила, а у меня же еще что-то я заказывала. Алкоголь, по-моему, заказывал. Сейчас мы его расставим. Да, замечательно, спасибо, что пришли. Давай, плати чаевые и иди дальше. Мужчина в футболке оружия, а вы это? Такой опасный типчик, да? Любите оружие, только на майке. Говорит, я люблю водяные пистолетики. Пух-пух, и все, и хорошо. Можно водочку залить, можно вискарик. Красота. А тебе спасибо. Ленту гаража. Чем я его там буду ремонтировать, я не знаю. По факту надо, конечно, закрывать заправочку. И все это заказывать. Идеально, все. Заказывать все, чтобы прям полнехонько было. Но тогда денежки-то не будут капать. Есть. О, время-то, заметь, уже сколько. Времени до хрена. Здорово. В чем проблема? Где ушатал так свою тачку? Где ты вообще, мужчина? Боже мой. Здорово, голышон. Голышон. Чего? Ты представляешь? Хотел сам отремонтировать свою машину. Вот разделся, да? Вот. Болез под машину, а мою тельняшку сожрала корова моя, Зорька сожрала. Я говорю, ах ты, подлюка такая, Зорька. Как нет товаров? Вот есть товар, что ты мне лечишь? Я, говорит, это, лежу, а там, во-первых, тельняшка моя сожжена. А под машиной, видишь, кардан пробит, а у меня инструментов нет, так что вот пришел к тебе, давай, почини, пожалуйста, мне мой кардан. И не смущайся моему голому виду. Блин, мужик, у меня нету чем тебя чинить. Ну, правда, нету. Ну, нет, у меня больше колеса. Мужик, соряша. На 80 баксов тебя только смогла починить. Я закрываю заправку. Потому что это уже все, это уже финиш. Нам с тобой надо остановиться. А заодно, пока менты не приехали. А закрыт, понял, Вали, закрыто, закрыто, приезжайте завтра, на трассу пошел. Молодец. А ты, я смотрю, упорный или упоротый, ты ДТП тут шаждашь. Ё-моё, бежим, нас гасят. И вызвал подкрепление, говорит, тут оборзевшая заправочница. Ладно, допустим. Допустим, мы с тобой сейчас возьмем полки. Вот, выставим 10 таких. Еще 10. А сколько у меня их вообще? Еще 10, да? О, вот так вот. А полка для алкоголя, где она? У меня же точно есть алкоголь. Разве нет? Вот, чиваза, виски. Ха-ха-ха-ха. Вот. О, отлично. Здесь нет товаров. А полку для алкоголя надо тоже, наверное, купить. Не то. А, ну да, оборудование. Мы с тобой не купили. Вот почему я не покупала алкоголь. Мы с тобой оборудование не купили. Так, оборудование, стеллажи, алкоголь.
Что, у нас совсем бухающий магазин будет или немножечко бухающий, подбухивающий? Давай немножечко пока подбухивающий. Отлично. Давай рядом со снеками вот здесь поставим. Или вот здесь вот рядом с алкоголем. Рыбы там вот, конечно, мешают. Но алкоголь это вода, а рыбы любят воду. Поэтому давай вот так вот сделаем. Тогда рыб будет топтать. Людям надо будет говорить, чтобы не топчите рыб, пожалуйста. Они и так жизнью убитые. 10 таких. 10 таких. 10 таких. 10 таких. А, классно. Мне нравится. Отлично, мы с тобой это сделали. Давай на этом остановимся. Сегодня такой день прям напряженный. Столько всего случилось. А почему этот цветок больше, а этот меньше? Я же их одинаковые покупала. У них даже листья одни и те же. Почему сейчас мне прислали мутанта, а это маленький? Типа маленькая заправка, маленький цветочек, да? У меня цветочек ого-го какой. Пусть большой сразу присылали. Останавливаемся, продолжим в следующей серии. Я покрашу заправочку вот эту, наверное, чтобы сразу красиво будет. Если хочешь какой-то цвет, пиши в комментарии, смотри, какие есть. Сейчас тебе покажу. Ну, типа подсказка, с каким будет сочетаться. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду рада вашим лайкам. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Кто не подписан на канал, до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.